Добрый день, друзья! Вы на канале Марианила Влог, где я рассказываю про детские книги. Сегодня у меня очень большой заказ лабиринта. Вот такой вот огромной сумки. Хочу вам показать все, что я заказала на лабиринте в этот раз, поделиться с вами этими покупками. И если что-то заинтересует, какие-то хорошие большие книги, потом на них отдельно сделаю обзор. В основном это книги, сказки и разные сувениры, которые мне подарил лабиринт вместе с вот этим вот заказом. Первая взяла книгу для самых маленьких детей, автор Елена Михалкова «Зимняя сказка на ночь». Иллюстрации в этой книге Виктории Кирдии. Взяла для Кирюши, для своего маленького сыночка. Это, значит, издательство «Речь». Здесь идет одна сказка. Здесь очень крупные картинки, очень красивые. Сказка на зимнюю тематику с Дедом Морозом, олени и так далее, мышонки. Ну, в общем, такая вот добрая сказка. Ой, какие крупные картинки, сова. Вот такая вот книжка первая. Следующая, всем нам известный сказочник Ганс Христиан Андерсен, сказка «Дюймовочка». Книжка в тонком переплете, но чем она мне понравилась, здесь очень красивые иллюстрации, достаточно крупный текст, иллюстрации на каждом развороте вот такие вот большие. Вот, ну, сказку, я думаю, все мы знаем, «Дюймовочку». Книга издательства «Качели». Когда ты совсем маленький, в большом мире тебя предостерегают опасности. Крошечной дюймовочке пришлось непросто. Жаба хотела выдать ее замуж за своего гадкого сына. Майский жук похитил малютку и унес на дерево. Но на помощь крошке всегда приходили друзья. Рыбки, мотылек, ласточка. Ласточка даже взяла дюймовочку с собой в теплые края, ведь девочка спасла ей жизнь. Старинную сказку Ханса Кристиана Андерсена проиллюстрировала художница Галина Лопачева, которой удалось создать трогательный образ дюймовочки, нежной и хрупкой, но в то же время храброй, решительной и очень доброй. Добро пожаловать в сказку! В общем, будем вот читать вот такую вот книжку. Следующее, что я взяла на лабиринте, это уже, наверное, нашумевшие книжки-картинки. Всем известная современная шведская художница Гунилла Ингвес. Вообще, этой серии есть книги «Зима Мишки Бруно», «Лето Мишки Бруно», есть еще «Осень» и «Весна». Вот, я пока взяла две, посмотрим, понравится, не понравится. Надеюсь, что возьму еще оставшиеся две книги. И есть еще новинка из этого же автора, «Как Мишка Бруно летит на Луну». В общем, еще вот такие две книги взяла я на лабиринте. Теперь тонкие книги. Наверное, это все больше Диме подходят. Диме мне сейчас 8 лет. Вот, взяла книжку «Маленьким детям стихи русских поэтов». Издательство «Речь». Здесь тоже стихи с добрым утром, тоже издательство «Речь». Вот эту взяла Кирюшке, моему маленькому сыночку, ему скоро 2 годика. Борис Заходир, «Мишка Топтышка», тоже издательство «Речь», но вот такая вот фигурная книжка. Вот, и еще вот эту серию мы уже начали собирать. Автор Соколов Микитов, рисунки Георгия Никольского. Здесь маленькие рассказики о природе, тоже разбиты все по временам года. Вот «Зима в лесу» мы уже взяли, нам очень понравилось. Теперь взяла «Лето в лесу», ну и еще, наверное, также возьму и «Весна», и «Осень». Тоже издательство «Речь».
Еще из книг для самых маленьких продолжаю собирать серию. Нам понравились авторы Ребекка Эллиот. Серия «Сказки на ночь» издательства Хабитека. Уже взяли мы книжку «Первый день зимы» и вот теперь «Первый день лета» взяла. Эта книжка, история очень добрая, трогательная, про лису и ее лисенка. Милые иллюстрации, большие, красивые, на полный разворот. Еще не читали, но, как бы, наверное, так же, как и «Первый день зимы», здесь какая-то история. «Прошла холодная зима, виновала мокрая и ветреная весна. Когда же мама снова пойдет со мной на долгую-долгую прогулку?» – мечтал лисенок. «И вот в первый день лета готов прогуляться?» – зовет мама. «Да, да, да!» – игра продолжается. «Зачем солнце светит так жарко?» – спрашивает у мамы лисенок. «Почему кузнечики высоко прыгают? Для чего столько цветов выросло?» «Конечно же, для того, чтобы лисенку было так интересно жить». Только приближение грозы заставит счастливых маму и малыша вернуться домой, чтобы заснуть, уютно свернувшись клубочком под шум дождя. Еще вот такая серия нам очень сильно полюбилась. Современный автор Роб Скоттон и писатель и художник. Вот, это уже третья книжка наша «Шмяк и летние каникулы». Теперь, что касается сувениров и каких-то игр. Взяла вот такую набор «Суперкнижка плюс 8 ярких шариков и насос». Набор юного выдумщика. Вот. Здесь, ну, называется «Украсть свою фигуру» и так далее. Ну, в общем, что можно из вот этих вот длинных шариков сделать, какую, и пошаговая инструкция каждого: модный пудель, гигантский жираф, удивительный слон и так далее. В общем, взяла вот такую вот игрушку на лабиринте. Следующая взяла для себя почитать Вячеслава Харченко. Здесь повести и рассказы, очень много положительных отзывов на лабиринте. В книге «Чай со слоником» представлены емкие, реалистичные, порой предельно жесткие тексты о любви и взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. В персонажах повести и рассказов читатель легко узнает себя, своих близких, соседей и сослуживцев. Вот, ну, в общем, взяла такую себе книгу почитать. Вот, здесь сначала идут повести, а рассказики идут прям маленькие-маленькие-маленькие. На одну, на две, на три страницы. Ну, в общем, я думаю, что мне понравится, потому что, ну, уж очень много положительных отзывов. Хочется самой тоже вот такое почитать. Теперь, что касается подарков от лабиринта. Вот такой вот мне пришел блокнотик. Блокнотик называется «Три писателя». Ну, в фирменный стиль лабиринта, то есть эту картинку много где уже видела, и на рекламе, и обычный классический блокнотик, тоже, наверное, формат чуть-чуть больше, чем А6, неразлинованный, кипельно-белые страницы, приятно, мелочь, но приятно все равно. Самое большое, что я очень сильно ждала, это вот этот литературный календарь от лабиринта. Называется «Литературный календарь бестиарий». Настенный календарь, 8 современных иллюстраторов участвовали в этом. Здесь, наверное, какие-то еще задумки есть. Вот, рассказываем о 12 персонажах нашего календаря. И еще об одном каком-то персонаже. То есть, на январе была картинка. Это «Гусь Мартин» из повести Сельмы Лагерлев «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями». На феврале была картинка «Дэймон в образе Пантелеймона, лесной куницы» из трилогии Филиппа Пулмана «Темные начала». Март. На марте была картинка «Рыба-кит» из сказки Петра Ершова «Конек-горбунок».
На апреле был конь-сполох из эпопеи Джона Толкина «Властелин колец». Май – чеширский кот из сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». На июне была картинка «Крот из сказки Коннета Грэма «Ветер в ивах». Июль была картинка «Питон К» из сборника рассказов Киплинга «Книга джунглей». На августе была картинка «Лев Аслан» из цикла Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии». Сентябрь – картинка «Олень» из книги Рудольфа Эриха Распи «Приключения барона Мюнхгаузена». На октябре была картинка «Ньюфаундленд Нена» из повести Джеймса Мэтью Барри «Питер Пен». Ноябрь – картинка «Лютоволк. Призрак» из цикла романов Мартина «Песня льда и пламени». И декабрь, вот мы уже всем нам известные, «Сова Букля» из цикла романов о Гарри Поттере. Вот, и еще здесь как-то надо разгадать 13-го героя. Ну, в общем, обалденная задумка, первый раз у нас такой календарь. Хотя, по-моему, «Лабиринт» каждый год делает календари с вот такими вот какими-то литературными персонажами. И последнее, что мы заказали еще на «Лабиринте», это еще один литературный календарь. Календарь на тематику всех произведений Пушкина Александра Сергеевича. Вот, тоже настенный календарь, но я думаю, один пойдет ко мне в комнату, а другой пойдет к Диме в комнату. Вот, здесь, ну, картинка, на каждый месяц разный текст. Вот, например, январь – это маленький отрывочек из сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Ну и картинка, вот как царь входит. Эту сказку мы с Димой читали. В принципе, я в каком-то из предыдущих видео показывала, что мы из «Лабиринта» заказали книжку со сказками Пушкина. Вот, февраль – это другой отрывочек из произведения «Жених». Вот, ну я вот так вот просто пролистаю, чтобы показать вам иллюстрации. Март. В третий раз закинул невод, пришел невод с одной рыбкой. Не с простой рыбкой, с золотой. Отрывок из сказки о рыбаке и рыбке. И вот, вот этот старик закидывает в море невод. Следующий месяц, апрель, сказка о золотом петушке, маленький отрывочек, ну и картинка тоже. Следующий месяц, май, сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Но царевна молодая, тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась и расцвела. И вот картинка про царевну. Июнь, сказка о медведице, о сказка о медведихе. Дальше июль, сказка о царе Салтане, ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Ну и, соответственно, картинка на эту тему. Так, что у нас тут остались еще? Август, сказка о царе Салтане. Сентябрь, сказка о золотом петушке. Октябрь – сказка о царе Салтане. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: «Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна – это я». И вот она из лебедя превращается в царевну. Очень красивая картинка. Ноябрь – жених. И картинка, соответственно, на эту же тему произведения «Жених». Так, у нас остался один месяц, декабрь. Один месяц, декабрь. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. И никто с начала мира не видал такого пира. Я там был, мед пиво пил, да усы лишь обмочил.
Вот, и вот такая вот картинка. А в конце еще идет вот такой вот большой разворот. Ну, наверное, может быть, здесь несколько сказок вместе. И богатыри как... Ну, в общем, вот такой вот большой красивый разворот в конце. В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения Пушкина, гениального поэта и писателя, который, по словам Белинского, из русского языка сделал чудо, и всякое слово которого смело и оригинально, резко, точно и математически определенно. Изумительные по красоте иллюстрации в русском стиле к сказкам самого русского поэта порадуют как знатоков классической литературы, так и самых маленьких читателей. Я еще почему взяла этот календарь? У меня сейчас Дима в первом классе, и вот у них по азбуке буквально через каждые 2-3 дня какой-то отрывок идет Пушкина, либо что-то выучить наизусть, либо какое-то задание по картинке нужно понять, о какой сказке идет речь. Наверное, в дальнейшем будут и рассказы, и так далее. То есть все это как бы идет, ну и в том числе, чтобы подключать к учебному процессу и к дополнительным занятиям, связанным в школе, которые идут у нас. Ну, в общем, вот такой большой заказ у меня получился с лабиринта. Больше всего меня радует вот эта сумка, конечно, потому что это первый раз, когда у меня приходит заказ именно в их фирменной сумке. Ну, буду прощаться с вами. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока-пока-пока.